Итак, ребят, всем привет! И сейчас мы с вами идем забирать мой новый iPad. Вы все этого ждали, и сегодня будет максимально кайфовый видосик. Поставили лайк, подписались и погнали за iPad'ом, пацаны! Ребят, недавно нашел очень крутой сайт GG Standoff. У них самые быстрые выводы, моментальное пополнение и большое количество кейсов. Уверен, что это всем придется по душе. Помимо кейсов на сайте есть контракты, апгрейды и бесплатный барабан, который даст тебе топовые бонусы. А по моему промокоду ты получаешь 30% к пополнению. Играй и выигрывай вместе со мной на GG Standoff. Итак, ребята, я вышел из дома и поехал за своим новым iPad'ом. Саш, что тут делаешь? Кого? Братишку своего нового. Какого братишку? В смысле какого? iPad свой новый жду, iPad! Приехал мой новый друг, iPad Air 3 2019 года. Сейчас мы поедем домой его распаковывать, смотреть, устанавливать стендов, устанавливать конфиг профессионального игрока и так далее. Вот она красоточка наша, iPad Air 2019 года. Погнали! Ну что, братва, прямо сейчас мы будем распаковывать мой новый iPad. Я его уже купил, я его уже принес домой, я уже готов его распаковывать. У меня уже руки максимально чешутся. Ну что ж, начинаем распаковывать. Снимаем вот эту вот красивенькую штучку. Вот, отличненько, да. И начинаем распаковывать. Итак, братва, надо для начала открыть вот эту вот пленочку, которую я уже немножко надрезал. Ой, аккуратно, лишь бы не поцарапать ничего, ничего не поцарапать, мне же потом перепродавать его, шучу. Открываем вот так вот аккуратненько, все, пленочку снимаем, все, какая же, боже, да, ребята, новый девайс, это самое приятное, что может быть, потом подниму. Итак, момент истины, ребятки, iPad 2019 года, Air 3. Не получается, ладно, давайте по бокам вот так вот. Да, я уже чувствую, он вылазит, да-да-да. Да господи, что так долго, я уже хочу быстрее открыть тебя. Давай, родной. Да. Ладно, я потом буду двумя руками открывать. Да, все, открылся. Открылся, братва, для вас он первый откроется, для меня второй. И вот он. И тут произошел трэш, потому что мой телефон, на котором мы снимали это видео, разрядился, и нам пришлось перезаписывать распаковочку, ребята. Итак, ребята, продолжаем распаковку. К сожалению, у меня разрядился гребаный телефон. Я даже не заметил, как он быстро разрядился. Я уже отклеил эту штучку, но я еще не сделал все самое интересное. Итак, ребятки, делаем распаковочку нашего с вами айпадика. Вытягиваем его, вытягиваем, что здесь у нас интересненькое. Смотрим быстренько. Достаем, что у нас сразу здесь. Какой-то шнур ненужный, братва. Ну, можно выкинуть, да. Так, какая-то у нас тоже ненужная хрень. Тоже мы сожжем, и что это такое? Давайте, вот здесь даже такая штучка специально есть. Опа! Это наш переходник, видимо. Короче, наша зарядка для iPad, которая тоже мне не нужна, потому что у меня есть от айфона. Ой, она упала, ничего страшного. Итак, ребятки, самое главное, это мой новый, ребята, iPad. Посмотрите на эту красоточку, братва! iPad Air 3. Сейчас мы, ребятки, его включим. Давайте нажмем на кнопочку включения. Ой, меня видно в отражении. Нажимаем на кнопочку включения, ребятки, и загорается наша любимая кнопочка. Ой, кнопочка. Наш любимый Apple. Короче, ребят, мы включаем iPad. Мы его сейчас будем устанавливать. Это будет неинтересно. Я быстренько установлю iPad и установлю на него стендов. И уже там, ребятки, в стендофе мы посмотрим все самое интересное, ребята. iPad. Просто красотища. Итак, ребятки, я включил iPad, я установил сюда, угадайте, что да, ребята, наш любимый Standoff 2 уже на нашем iPad, и прямо сейчас мы будем играть в Standoff, я запускаю Standoff Excel, боже, ребят, это божественно, это реально просто божественно, сейчас мы запустим, ребятки, так, это нельзя смотреть, нельзя смотреть, сейчас я нажму на кнопочку, опа, так, вот, а все, это все нормально. Сейчас мы запускаем стендов. Я уже поставил раскладочку от профессиональных игроков Демфи и Проникса. Я вам покажу ее, ребятки. Посмотрим, как вообще iPad и стендов. Это вообще круто или не круто. Так, открываем. Все. Мы уже зашли на наш стендов 2 профиль. Заходим, смотрим, ребятки, как у нас здесь все. Боже, ребята, как это круто. Просто посмотрите на это. Давайте даже один кейс откроем. Просто один кейсик с вами откроем.
откроем. Давайте Scorpion Case 1 откроем, просто посмотрим, как это будет выглядеть на iPad, ребята. Так, все, вот она, кнопочка открыть, и открываем кейсик. Давайте даже пробустим немножечко, пробустим, и нажимаем кнопочку открыть, ребята, и полетела рулеточка, и нам выпадает, к сожалению, карбон. Но мы сейчас с вами сделаем открытие на iPad, ребятки, ничего страшного. Господи, какой же он кайфный, пацаны. Я покажу вам сейчас раскладку, которую я поставил от проигроков. Управление, можете... Да господи ты мой, кто меня приглашает? Итак, братва, сейчас я вам покажу раскладку, которую я взял у проигроков и немножечко подстроил для себя. Короче, вот такая вот офигенная раскладочка, да? И кастомизацию мы нажимаем, и здесь все кнопочки я уже для себя поднастроил. И сейчас, короче, ребят, мы зайдем, просто попробуем с вами с iPad хотя бы походить, поиграть и так далее, ребятки. Заходим в игру и пробуем. Итак, ребят, заходим в игру и пробуем с вами. Давайте посмотрим, как быстро загрузится игра. Так, все, мы запустили с вами Sandstone. Я уже играю в 4 пальца, братва. Я буду учиться максимально классно играть в 4 пальца. Надеюсь, у меня получится. Господи, как быстро загрузилось. И, ребята, посмотрите на это. Господи, как же это классно. Как же это офигенно. Я не знаю, как со стороны смотрится, но вообще это реально... максимально прикольно выглядит со стороны. Давайте сейчас попробуем побегать по карте, пострелять и посмотреть, как вообще это происходит. Так, я взял оружие, побежали с вами, возьмем вот так вот нож. Я уже примерно чуть-чуть привык, я один раз заходил, смотрел, что и как. Так, вот так вот, короче, примерно, я так понимаю, в 4 пальца надо и играть, да, ребятки? Перезарядка, выстрел, присесть, встать и прыжочек, ребятки. Блин, слушайте, ребят, если набираем очень много лайков, я сыграю катку в 4 пальца. Блин, ну я уже просто представляю, как я разваливаю противников. Посмотрите, как это классно, братва. Просто кайф. Я уже хочу просто вот бегать, просто сносить всех и вся. Короче, братва, набираем много лайков, и я играю с iPad каточку для вас. Ну что, братва, всем огромное спасибо за просмотр, вот он мой iPad, я погнал играть в стендов, а вы, ребятки, завозите лайки, потому что будет скоро очень много чего интересного, в iPad'ик будем с вами играть, стримить с iPad'ом и так далее. Всем огромное спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока, ребятки, а я погнал играть.